Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. Сегодня мы с вами приготовим блины по новой технологии. Для этого нам понадобится 5 яичек на литр молока. Так, 3,5 стакана муки, 4 столовых ложки масла подсолнечного, 1/4 стакана крутого кипятка и 1/2 чайной ложечки соли и 1/2 чайной ложечки сахарного песку. Вот и все. Поехали. Яйца взбиваю миксером. Давай взбивать. Вливаем 1/4 стакана кипятка. Не переставая взбивать, всыпаем частями муку, чтобы получиться такой плотненькой, крепенькой. А теперь сахар и песок всыпаем. И вливаем молоко. Вливаем 2 столовых ложки масла подсолнечного и размешиваем наше тесто. И даем ему постоять минут 10. Сковородку раскаляем и перед первым блином ее смазываем. Вливаем половник теста. Вот испекся наш первый блин. Они очень хорошо отходят от породы, эти блины. Ну вот и приготовились наши красивые, узорчатые, тоненькие блины. Мы их смазываем джемом вместе с сметаной, свертываем трубочку. Приятного аппетита!